Легкую. So please look at this picture. And this is a summer salad. Это летний салат. Пожалуйста, попробуйте мне написать, как вы будете его готовить. Для того, чтобы написать нам с вами рецепт приготовления, нам нужно все начинать с глагола. Возьмите, нарежьте, помойте, дайте стечь, нарежьте там, бросьте в тарелку и тому подобное. So please look, we have ingredients, lettuce, avocados, broccoli, onions, tomatoes, salad dressing and spices. Итак, у нас с вами есть салат латук, авокадо, брокколи, лук, томаты или помидоры. Salad dressing – это у нас соус для салата. Вот он у нас называется salad dressing. And spices – и приправы. Вот, пожалуйста, напишите мне, как бы вы готовили этот салат. То есть вспоминайте, чистим лук, режем помидоры, режем авокадо, да? Лук мы с вами режем тонкими кусочками, затем добавляем туда брокколи и тому подобное, приправляем его или добавляем туда соус, значит, специи, мы с вами помним, у нас есть слово «посыпать», которое еще и намазать, и полить, и тому подобное. Можем писать короткими предложениями, поэтому жду даже маленьких и коротких. Okay, so let's start. What do you start with when you prepare summer salad? С чего вы начинаете, когда вы готовите летний салат? Okay, so please write. What do you start with when you cook summer salad? Mm-hmm. Okay, guys. Any sentences from you? Какие-нибудь предложения? Anything. Окей, lettuce. Надо ли чистить? Я думаю, можно помыть и порезать. Угу. Татьяна. Peel a vegetables. Окей, значит, мы с вами убираем, потому что vegetables во множественном числе. Поэтому будет peel vegetables. Окей. Очистите овощи от шкурки. Хорошо. Угу, yes, окей, Татьяна, thank you. Как мы скажем, помойте и нарежьте латук. Помойте и нарежьте салат латук. Maybe someone will write. Wash the tomatoes and lettuce. Да, Ольга, так как вы обращаетесь к кому-то, это вы либо кому-то, например, рассказываете рецепт, либо там пишете его в книгу. Вы начинаете сразу с глагола, с обращения. Вот, например, когда кто-то стучит, вы говорите come in, входите, или sit down, присаживайтесь. То же самое здесь. Помойте помидоры. Wash the tomatoes and lettuce. Без частички to. Татьяна, peel avocado, spread lemon juice. Отлично, очень хорошо. Peel, очистите авокадо и spread lemon juice. И взбрызните лимонным соком. Очень хорошо. Wash a lettuce, помойте латук. Да, можно, хорошо. Wash the tomatoes and lettuce. Отлично. Wash and peel and slice onions. А, или там wash, peel and slice onions. Хорошо, Татьяна, помойте, очистите и нарежьте тонкими кусочками. Отлично, вы вспомнили. Onions, very good. Хорошо, как мы скажем, положите все овощи в миску, например. Mash and peel lettuce. Окей, Юлдис, mash. Mash – это тогда, когда мы мнем что-то. Например, картофель для картошки пюре. Вот это будет mash. Поэтому для салата этого, для lettuce, лучше сказать просто peel, maybe lettuce, если вы его очищаете, либо chop, если режем. Окей, take tomatoes, lettuce, avocados, chop vegetables and sauce spices. Значит, лучше сказать add spices, добавьте специи, add spices, добавьте, потому что соус – это именно добавить соус. Окей, okay, next one, Татьяна, steamed broccoli.
Да, если вы к кому-то обращаетесь, то вы говорите просто steam the broccoli, то есть приготовьте на пару брокколи. Очень хорошо, отличная идея, great idea. Put all the vegetables in a bowl. Thank you, Ольга. Положите все овощи в глубокую тарелку. Mix vegetables. Отлично, Татьяна. Смешайте все овощи. Татьяна, put all vegetables. Тогда давайте together. Положите все овощи или смешайте их вместе. Хорошо. Давайте последнее. Пожалуйста, скажите мне, как мы скажем, посыпьте специями. Или добавьте специи. Хотите так, хотите так. Добавьте соус, добавьте специи. Так, добавлять что-либо. Давайте вспомним. Добавьте соус, добавьте специи. Very good. Thank you, Татьяна. Add spices. А если... Yes, spread spices можно. А если взбрызните... Окей. To take ingredients. Так, Александр, take ingredients, сос. Надо там нам что-то переделать в вашем предложении. Во-первых, убираем частичку to, потому что это обращение. Вы говорите take, возьмите ингредиенты, take ingredients, и тогда, например, добавьте соус, add sauce. Yes, very good, Ольга, отлично. Season with spices. Вот это отличное словосочетание. Вот они прям очень его любят. Season with spices. То есть добавьте туда специи. Вот это вот season очень хорошо. Окей, add spices тоже можно добавить. Молодцы, отлично. Хорошо. И последняя вот такая финишная прямая в нашем рецепте. Скажите, пожалуйста, приятного аппетита. Sprinkle salad. Salad dressing. Татьяна, очень хорошо. Салат с буквой D. Sprinkle salad dressing. Хорошо. А как мы скажем, приятного аппетита или наслаждайтесь? Good, enjoy, thank you. Yes, that's right, enjoy. Bon appétit. That's right. Отлично. Приятного аппетита или наслаждайтесь, enjoy or bon appétit. Отлично.